Медицинской академии, указом президента Российской Федерации целый ряд сотрудников награждены наградами страны. Прежде чем приступить к награждению, я хотел бы зачитать приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации за многолетний плодотворный труд по подготовке специалистов для здравоохранения в связи с 240-летием со дня основания Московской медицинской академии имени Сеченова наградить нагрудным знаком отличнику здравоохранения Пальцева Михаила Александровича. И указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации сотрудников Московской медицинской академии имени Сеченова. Иван Александрович, дорогой Михаил Александрович, хочется поблагодарить за эту награду и сказать, что от всех награжденных, что мы счастливы, что эта награда пришлась как раз нам на эти дни, когда такой большой праздник в Академии. Действительно, для нас работать в Академии большое счастье. Особенно нам было приятно, когда во вторник на конференции, как все приехавшие из других регионов, как все говорили о нашей Академии, о Михаиле Александровиче, что это лидер, не только Михаил Александрович, но и Академия, лидер всех медицинских вузов. Спасибо. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что это награда всей нашей академии и признание значимости лабораторной диагностики. И особенно я благодарю министерство за такую награду среди лабораторных работников. Это единицы в стране. Пусть их будет больше. Спасибо. Спасибо большое. Диплом. За службу профессора Московской медицинской академии вручается профессору Санчику Галине Семеновне. И диплом за службу профессора вручается Харкевичу Дмитрию Александровичу.